Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! В данном видео мы расскажем вам, как осуществить частичное закрытие сделки в торговом терминале MetaTrader для мобильного устройства. Итак, в первую очередь запустим MetaTrader 4. Выберем какой-либо торговый инструмент, например, биткоин, американский доллар, и откроем сделку. Как вы видите, сделка объем 0,5 лота, то есть половина биткоина, была успешно открыта. В случае, если вы пожелаете уменьшить объем открытой позиции, но при этом не закрывать сделку целиком, вы можете это сделать, удерживая нажатие на «Открытые сделки». Далее выберите строку «Закрыть». Далее, на появившейся странице у вас есть возможность выбрать объем закрываемой сделки. В случае, если вы желаете закрыть сделку целиком, то менять ничего не нужно, так как в первой строке указанный объем равен 0,5 лота. Просто нажмите кнопку «Close», то есть «Закрыть», и сделка будет закрыта. В ином случае, если необходимо закрыть сделку частично, то в первой строке нужно задать частичный объем, на который будет уменьшен объем открытой сделки. Для примера укажем 0,25 лота и нажмем кнопку «Close». Таким образом, объем сделки, открытый изначально объем 0,5 лота, был уменьшен на 0,25 лота, а оставшиеся 0,25 лота еще остались в рынке. Давайте уменьшим эту позицию еще на некоторую часть. Снова нажмем на этой сделке и выберем строку «Закрыть». Зададим объем 0,05 лота и нажмем кнопку «Close», то есть с английского «Закрыть». Как вы видите, позиция в 0,25 лота по биткоин-американский доллар была уменьшена и теперь составляет 0,2 лота. Как вы понимаете, частичное закрытие сделки дает вам возможность частично зафиксировать желаемую прибыль или уменьшить возможные риски при нахождении в позиции большим объемом. Итак, уважаемые трейдеры, из данного видео вы узнали, как осуществить частичное закрытие сделки в торговом терминале MetaTrader 4 на вашем мобильном устройстве. Спасибо за внимание. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня.